Давай сейчас. Ты же у нас известный блогер. И в этот же год был приглашен художником-постановщиком в Кабардино-Балкарский государственный музыкальный театр. Несмотря на краткосрочность период работы в театре, определил многое в дальнейшем творческом пути. Яркость, театральность образных решений стали отличительной особенностью многих графических и живописных композиций. В 70-х-80-х годах обретению высокого профессионализма способствовала работа в Доме творчества Челюскинская и Доме творчества Синеж. Герман Продолжение следует...
за доверие, что такая возможность у нас есть. Ну, еще, конечно, мы мечтаем, что оригиналы этих работ много и находятся в Красноярске, они и здесь побывают, но даже в этом виде он счастлив, так скажем. Ну, Германа каждого здесь знают все, дальше хочется Аббаса еще представить, дальше Джабраиля Хауфу, я думаю, знают все, ну, здесь все известные достаточно люди, и Мухаддина Умахова, министра нашего. Ну и, наверное, уже сразу первому Мухаддину слово дали. Спасибо. Очень приятно, что сегодня в Нальчике проходит такое мероприятие, и наш дорогой Герман Баштов, я думаю, что слышно, да? Все прекрасно. Презентует новый альбом. Те, кто зашел раньше, наверное, уже успели разглядеть все, увидеть, понять. Знаете, этот год для Германа Баштова особенно, он юбилейный. Я думаю, что это начало юбилейных мероприятий, которые будут и там, где он работает, но основные мероприятия пройдут здесь, в Нальчике. Дай Бог, мы уже начали подготовку. Несмотря ни на что, ни на пандемию, ни на что, мы обязательно проведем эти юбилейные мероприятия, куда я вас заранее приглашаю. А сегодняшний вечер, он такой домашний, приятный. И вообще, честно вам скажу, наверное, все наши литературные и художественного направления мероприятия нужно делать именно вот таким образом, чтобы на мероприятия приходили те, кому это нравится, кто это любит и кто это ценит. А не ценить Германа Баштова невозможно, потому что это тот человек, на которого равняются не только наши художники, но вообще все деятели культуры, потому что человек с бесподобным вкусом, человек с очень великолепным характером, скажем так, человеческим характером, к кому можно обратиться, кто поможет, кто посоветует. И мы очень сильно его любим, мы его ценим, мы его обожаем. И всегда находим общий язык. Спасибо, что сидите, сидите. Спасибо, что вы у нас есть. Хасан Даш. Конечно же, за великим мужчиной всегда стоит мудрая женщина. Джабраиль, пожалуйста, да? Джабраиль. Почему же мисс Аббас? Аббас? Конечно, Аббас. Аббас, скажи, а? Аббас, со мной находится. Вот это так непросто. Профессионалы сказали свое слово, свое мнение. Я не буду в своем коротком выступлении тратить на это время. Понятно, что нас всех собрал выдающийся деятель культуры не только республики, но вообще Российской Федерации. Человек, который обогатил своей мощью, своим талантом не только горские республики, но и достаточно пространное пространство, которое называется Сибирь. Он талант многогранный, может быть, эта многогранность и обязывала его быть ну, неутомимым. Я не знаю человека, который обладал бы такой
трудоспособностью, творческой трудоспособностью, во всяком случае, в среде наших ровесников, в среде нашего поколения, второго такого человека я не знаю. Я, как простой литератор, как один из жителей этой республики, горжусь тем, что наше поколение представлено в современной культуре таким мощным явлением, как творчество Германа Паштора и как сам Герман Паштор. Но поскольку я общаюсь с этим человеком без малого 55 лет, это обстоятельство дает мне какое-то право коснуться некоторых черт его характера. Человек, который успел сделать столько для культуры, остается скромным, уравновешенным и всегда добрым. За полвека общения с ним я не помню ни одного бестактного слова по отношению ни ко мне, ни кому бы то ни было другому. Я уже не говорю о поступках. Я думаю, что его творчество обязывает заниматься нам, интенсивнее заниматься самообразованием, развитием собственного самосознания и самосознания этносов, проживающих в нашей республике. Широта его охвата, тематического охвата, его творчество, она не может просто действительно не поражать. Я радуюсь и радуюсь каждый раз, когда вспоминаю о нем и о его семье. Прекрасная семья, очень талантливый сын, дай Бог ему, чтобы он прожил больше, чем мы. Сподвижница супруга, не просто жена, жена это прекрасно, но еще сподвижница и великолепная дочь. Я рад, что мне удалось в жизни быть его другом. Если не близким, то по крайней мере. Поэтому позвольте еще раз ему пожелать долгих лет успешной творческой деятельности и чтобы он часто нас собирал. Все братья, по возрасту подошло бы. Дело в том, что я не моложе. Я от имени моих друзей, кто любит от имени тех, кто представляет вообще искусство в широком смысле этого слова, хочу сказать всем огромное спасибо. В первую очередь, этому замечательному дому. Это не спортивный дом, это дом-музей, духовной культуры дом. Огромное спасибо Хасану Хардану и Мурату Хардану, которые нам, служителям ВУЗ, вот часто устраивают такие выставки, вечера, вечера музыки, живописи вообще. Это первое. Второе, Герман, если я начну хвалить, это долго. Ругай ничего. Нет, ругать тоже не буду. Забрать чуть-чуть надо. А? Чуть-чуть надо. Нет. Кстати, я на него никогда эпиграмму не писал. Может быть, мне лучше. Еще есть время. Да. Знаете, наша плеяда, вот представители, иных уже нет, а те далече, как поэт сказал, многих уже не стало. Вот благодаря таким художникам, как ушедший Мухаммед Кипов, вот там сидит мой зовут Герман Паштов. Я люблю графику очень. Вот благодаря этим трем я понял, что там в графике. Но вряд ли я могу сказать, что даже сам художники
не могут представить, что они делают. Это настолько интересно. Мне лично интересна графика, чем живопись. Странно, правда? Хотя это тоже музыка. Я представитель музыки. Я думаю, дай Бог, чтобы прожил ты столько здоровых, мыслящих человеков, сколько я могу представить. Первое. Второе. В жизни мне не хватает сейчас только одного. Здоровье. Я тебе желаю здоровья. Я желаю тебе трижды. Вот выше отметили, что у тебя прекрасное. Вот золото твое, Жанночка. Вообще, черт знает, чем ты там в Сибири занимаешься, а Жанна здесь в основном находится. Правда, Жанна? Устроил там, не знаю, он пропахал до Сибири. Это тоже надо уметь. А умение сочетать закономерность и неожиданность – это ведь большой талант. Я тебе желаю здоровья другому. В жизни не надо никому завидовать, желать добра. Вот посмотрите, это оригиналы все, как только что мне сказал. Обсидиное издание. Вот. Даже Герман, ты когда-то на меня обиделся, я когда тебе сказал, он оформил детскую книгу «Заура на войне». Это, ну, я знаю, что и по сей день это потрясающая находка. Никогда до этого я такое не видел. Ну, помнишь, Заура, такая желтоватая книжка? Гениальная. Не садыхала, он воду, а так и не лежит три глаза, что ты еще Хорошо. Это так, по секрету между кабардинцами и балканцами, которые понимают кабардинский язык. Вот мои друзья балканцы приехали, вот тоже они прекрасно понимают кабардинский язык. Вот. А так вот я хочу просто действительно в первую очередь поблагодарить Хасана Карданова, потому что вот он всегда вот, внимательно относится ко всем явлениям культуры и искусства. Это не только про меня. Это про всех. Вот он вседоступный мастер, организовывает такие вещи. И в первую очередь я благодарен ему. Далее, ну, чтобы так было понятно, ну, я выставил очень сжатый кусочек своего творчества. Если это можно называть творчеством, и в разных, значит, техниках. Это ксилография, торцовая и обрезная, это живопись, это литография и это феррография. Ну, в общем, теперь переводи на русский язык, все. Назад, как я начал, да? Кроме ксилы, я ничего не помню. Как я начал. Вот. Поэтому мне очень понравилось то, что вот такие мероприятия проходят здесь в Акрополе. Она уже известна не только в республике, но и далеко за ее пределами. Вот. Потому что сейчас очень тяжело и художникам, и всем людям, которые занимаются искусством. Искусство – это очень тяжелая ноша. И вот эту ношу не каждый осиливает. И это очень сейчас важно. И вот в такой момент
Тем более, вы помните, прошлый год он вообще закрытый весь год прошел. Но я не буду хвастаться, но в прошлом году столб железной дерева мой осетинский друг Владимир Гуреев издал подарочный огромный альбом, и мы презентацию проводили в университете в прошлом году. В любом случае, жизнь продолжается, искусство, оно живет. Когда художник не может не работать, когда художник не может не творить, значит, это настоящий художник. Я так считаю. Я не знаю, насколько мне что-то удалось или чего-либо, но в этом маленьком объеме работ я, вот если вы внимательно посмотрели, показываю, что не только здесь, в Кабардино-Балкарии, не только в Сибири, но и далеко за ее пределами, это с чем меня связывает именно Кабардино-Балкария. Это моя родина, это там, где я родился, это республика, которую я люблю, и вы по работам видели, посмотрели, что в основном это изображение Кабардино-Балкарии, это и в гравюре, это и в литографии, это. И мне очень приятно, что наши иностранные друзья нашей России, они их рассматривают как да, промолчу, да. Да, да. И во многих своих изданиях это все издается, и в их альбомах, когда идет там национальная республика Кабардино-Балкарии, и они ее представляют как сибирскую, я говорю, это не Сибирь, это Кабардино-Балкария. Вот. Конечно, республика наша замечательная, Россия – это наша родина, это малая родина, то большая родина, потому что без России мы бы, конечно, не имели бы возможность заниматься нашим любимым делом. Это и в музыке, это и в литературе, это во всех видах искусства. И я это никогда не забываю. А не забываю, потому что я из Кабардино-Балкарии. И мне нравится. И не только Кабардино, но и Кавказ весь. У меня, значит, здесь очень мало представлены акварели. У меня большая серия акварелей. Вот за прошлый год, когда нельзя было никуда ходить, ничего не делать, я сделал большую серию акварелей от метра и более. Вот. И я думаю, что в декабре у меня планируется в Красноярске выставка персональная. Я думаю, что я их там покажу, а потом привезу в Кабардино-Балкарию. Вот. Потому что там тоже Кабардино-Балкария. Вот. Если будут какие-то вопросы, потому что дело такое затяжное сегодня у нас, может быть, кто-то через силу пришел, осиливая, но я хочу выразить всем большую благодарность, спасибо вам всем большое, спасибо министру культуры, спасибо моему другу Хабасу, спасибо Джабраилу, спасибо моим балканским друзьям, вот. Спасибо нашим родственникам и близким всем, потому что сегодня это мужество пойти на открытие выставки, мужество уделить внимание какое-то своим близким. Сейчас же получается так, что даже близкие родственники не могут нормально общаться. Надеюсь, что это время пройдет, благополучно все, и мы станем в новое русло, где мы будем, как и раньше, общаться, дружить, любить друг друга, и чтобы мы могли в гости друг другу ходить. Приезжай почаще, Женя.
я одного человека забыл. Почему? Потому что когда Пашта говорили, тут же добавляли Якуб. Акиза Якуб. Или Акиза и Пашта. Мы как братья были. Как братья были, замечательный художник. Дай Бог, чтобы ты должен что-нибудь. Сейчас начинаются танцы. Дамы приглашают кавалера. Вопросы можно сказать? Да, вопросы, наверное. Да, могут какие-то вопросы, потому что действительно не может быть, чтобы ты приходил на выставку, и у тебя не было вопросов. Когда ходи со мной, ваш вопрос. У меня очень много вопросов, на самом деле. Я извиняюсь, что я первая, да? Мы сейчас, как сказал Мухаммед Милушевич, готовимся, уже готовимся к вашему замечательному славному юбилею. И нас, конечно, интересует вот те новые работы и не новые работы, которые вы можете предложить нас зрителям, почитателям вашего таланта. Что новое и что вообще мы увидим из ваших работ в рамках тех выставок, которые мы сейчас уже начинаем? Ну, вот я бы так вкратце ответил, Амина, потому что сейчас большие проблемы с транспортировкой. Все-таки 5000 километров – это легче в Лондон слетать, чем слетать в Сибирь. Вот. И с этим очень много связано. А те произведения, которые, если их можно так назвать, они, которые хранятся у меня здесь, я, конечно, всегда могу показать. Я могу привести вот именно «Кости Сибири», вот эту выставку акварели. Вот. Готовится большая выставка 100 гравюр моих учеников в Осетии. Это Владимир Гуриев готовит. Вот. Чеченцы тоже приглашали там. Ну, я думаю, что вот, познакомившись вот с этими, вот здесь почти много новых работ. Вот. Что-то, если я смогу, какие-то влоны каким-то образом доставим. Вот потом. Ну, проблем много всяких. Где бы я ни был, где бы я ни выставлялся, они все равно моя родина Кабардино-Балкария. Да. Спасибо. Пожалуйста, есть вопрос. Гена Спутневич, Алена Микинина, газета «Нач». Вот даже по этой небольшой выставке мы увидели, что для вас, в общем-то, нет границ, по крайней мере, что касается техники. Вы работаете с железом, с деревом, с линолеумом. Даже вот увидели интересную технику выскребания по асфальту. Да, это редкая техника. Да, это редкая. Вот, пожалуй, впервые мы в республике это видим, если не ошибаюсь. Скажите, пожалуйста, что все-таки вашему сердцу ближе? Какой материал ближе вам? И про эту новую технику выскребания по асфальту тоже поподробнее расскажите. Кстати, вот такой вопрос задают многие. Вот. Почему как бы всеядный, что ли, и то, и другое, и третье делают? Но нет, это не так. Дело в том, что вот если мне хочется писать, я закончил живописно-педагогическое первое мое образование, потом уже графическое, а потом уже все остальное пришло. Поэтому я никогда не делаю то, что мне не нравится. Я и в нашем издательстве очень долго проработал. Он с Зауром Кожоком, он был у нас главным редактором. Вот, и вот, он не даст соврать. Буквально если не через одну, то через две работы они получали дипломы, участвовали на конкурсах, получали это тоже. И вроде бы так, почему ты и книгой занимаешься, и станковой графикой, почему ты живописью занимаешься, почему акварелью. У нас при советской власти было очень... Экслибриса. А? Экслибриса.
экслибрисом. Ну, до экслибриса, ну что вы, экслибрис, это было... Первое издание вообще. Да, она получила диплом второй степени на всероссийском конкурсе. А моя дипломная работа «Горская песня «Два крыла» Али Макишокова и Кайсина Кулиева», она моя дипломная работа, в газете «Вільна Україна» полстраницы, вот огромный кусок с иллюстрациями, была опубликована в день моей защиты диплом. И она получила диплом второй степени на всероссийском конкурсе «Искусство книги». Ну, такое тоже редко бывало, чтобы дипломная работа вот так вот получалась. А потом «Экслибрисы» у меня в 75-м году вышли, тоже диплом второй степени. Альбом мой в 81-м. То есть, ну, мне не очень удобно о своих работах так говорить, но я вам тогда скажу. А все, что я делаю то, что мне потребно, то, что от души. Мне хочется это выложить на холст, на бумагу, это в любой технике. У меня очень тяжело получались первые литографии, очень тяжело получались и то, и другое, и третье, как говорится. Ксерография – это вообще мое изобретение, которое было в 65-6 годах. Это давно, в прошлом тысячелетии. Понимаете? И этой техникой в Доме творчества 2-3 года пытались очень многие овладеть, сделать, но ничего не получилось. И вот эти ксерографии, которые я делал, они остались, они были сразу на всероссийских, всесоюзных выставках. Мне было 23-24 года всего, когда это и газета «Культура» писала и так далее. Ну, об этом во всем говорить, может быть, не всем очень интересно, но про выскребание, про асфальт, говорят, как вы выскребаете асфальт? Я говорю, ну вот как асфальт кладут, я говорю, примерно так, только битумом закатываем литографский камень, даем высушить на скипидаре и по нему работаем. Вот в то время, когда я занимался выскребанием по асфальту в Доме творчества, тоже многие ребята начали заниматься, но что-то не так пошло. Вот. А большие листы мои, фантазии, по-моему, это по-зимские темы или что-то там, типа это. Они, большие эти выскребания были в Иркутске на всероссийской выставке. И по ксилографии на этой выставке диплом получил я, по афорту получил Феликс Петуваш. Замечательный художник, адыгский художник. Вот я с ним буквально, не позже, чем один раз в неделю или два раза, я с ним связываюсь. И мне бы очень хотелось, чтобы его творчество в Кабардино-Балкарии тоже знали. И вот у Мадины Сарат мы провели вот выставку в мае месяце. 10 мая у него день рождения был, вот, у Феликса. Вот примерно так. Спасибо. Достаточно? Да, конечно. Да. Поэтому очень сложно. Вот говорят, а почему ты это делаешь, и это делаешь? А потом еще спрашивают, а почему ты керамикой занимаешься? Почему ты мозаику делаешь? Почему ты что другое делаешь? Как вот? Все. Разобка. Осторожно. Спасибо, Джабраил. Спасибо. Я даже не ожидал, что Джабраил сможет прийти. И Хабас тоже. Пожалуйста, есть еще вопросы? А можно, да, еще? Можно, да. Скажите, пожалуйста, сотрудничаете ли сейчас активно с другим замечательным молодым художником Алимом Пашканом? Если у вас сейчас какие-то совместные? Конечно. Конечно. Сотрудничаем. По вашему заказу тоже сотрудничаем. Ну, не знаю, до чего это дошло. А так, конечно, мы всегда
общаемся, мы всегда советуемся, смотрим работы друг друга, иногда критически, иногда похвально, потому что не всегда все сразу получается. И мы стараемся как-то поддерживать уровень. Я считаю, что хотя у нас и в республике, и в России немножко как-то зажато это дело проходит, но я считаю, что он талантливее меня. Да. Алим, а ты сделай вид, что это не слышал. А я не говорю, я не буду. Он не имеет права слушать. Потому что если это был бы какой-то другой национальности, я думаю, о нем бы звенело в России. И потому что самую высокую вазу в мире фарфоровую сделать, это еще никто не перешагнул. И в этот звездный камень, там, наверное, нужно какую-то надпись какую-то отдельно сделать, потому что многие жалуются, мне пишут, почему там не написан ни автор, ни тема, ни зачем, почему это как. Хотя бы в 3-4 строчках, я думаю, это можно сделать. Вот. Потому что много очень. Да, да. Ну, где-то пусть даже этот камень, кусок будет лежать в этом песке, но текст там какой-то нужен. Вот это вот. Пожалуйста, еще. Амина, третий вопрос. Не, вот. Добрый вечер, Лейла Кудаева, газета «Юга». Скажите, пожалуйста, все эти произведения входят в один альбом, верно ли? А где зрители, сегодня увидевшие или пропустившие это мероприятие, сможет ли его кто-то приобрести, чтобы смотреть, пополнить свою коллекцию? Ну, я не знаю, как Министерство культуры на это посмотрит, но я думаю, вот если такая папка, министр культуры поедет в любое село или город, и в дом культуры или школу, и подарит вот такой альбом, они будут счастливы, мне кажется. Да, да, имелось в виду вообще этот альбом, где выйдет? Этот альбом выйдет в Красноярске, в издательстве «Поликор». Это факсимильное издание, это вот примерно как 100 гравюр на день. И каждый из них, там стоит автограф. А мы с удовольствием приобретем. С удовольствием. А какой тираж? Тираж не может быть большой такой, потому что он очень сложный. И тираж небольшой. Вы вот завод, ты здесь, пожалуйста? А, он Джабрила пошел пробрать. Вот. Один мой друг, Сьёж Каролы, народный художник тоже, ксилограф, Саша Бакулевский, он очень известный. Ему 84 года сейчас. Когда я ему отправил альбом 100 гравюр, тоже факсимильное, он говорит, я онемел, неделю, говорит, приходил в себя, а теперь, говорит, ее взял двумя руками и понес в музей изобразительных искусств Сьёж Каролы. Я ей там подарил мой альбом, потому что там мои гравюры напечатаны лучше, чем сами мои гравюры. Вот. И с Калининграда тоже вот мой ученик, который кругосветное путешествие делал в прошлом году. И вернулся. И, кстати, он у нас был в университете, Женя Машковский. Он говорит, мы один альбом, говорит, один муж с женой по одному альбому, несем, говорит, в музей Мирового океана. А директриса со мной разговаривала, говорила, как вот вы смотрите, может он кругосветную путешествие? Я говорю, почему не сможет? И благодаря моему такому, к своему ученику, и он попал на эту шхуну, и там даже целую передачу вел о нашей школе,
представляете, на весь этот мир, вот трансляция была. Вот такое вот. Спасибо. У меня один вопрос к Герману Сафиртиновичу. Мы все знаем, что Герман известный художник. Мы знаем о том, что он известен не только у нас в Кабардино-Балкарии, но и в России, и не только в России. Мы знаем, что у него очень интересное творчество. У него исключительные работы. Можно любоваться, любоваться, любоваться с этой работой. Этот вопрос я задаю Герману очень часто. Хочется, чтобы наши местные таланты больше оставались в республике и были более востребованы. Не только в Красноярске, не только где-то, но именно в нашей республике. Это относится вопрос к нашему министру. Почему бы не сделать так, чтобы наши молодежи, старшее поколение, чтобы они именно были востребованы здесь больше, творили и радовали местное население? У меня вот такой вопрос, Герман Сафиртинович, к вам. Это ко мне? Я, пожалуйста, вот на этот вопрос. Знаете, немножко. Вы знаете, честно вам скажу, я ожидал этот вопрос, поэтому я вас изначально на домашний лад настраивал. Потому что такие вечера, они требуют душевных каких-то волн, а не критических. Я не думаю, что Германа Сафиртиновича кто-то выгонял из республики. Добровольность. Это его решение. Нет, подождите, дайте ответ. Это его решение поехать туда, самому познать мир и удивить других. Я думаю, так именно. Но ни в коем случае, не потому, что он не востребован здесь. Герман не успевает вернуться в Нальчик, как мы его просим. И это, и третье, и четвертое, и пятое. Он всегда с нами. Ребята, вы поймите одну вещь. Каждый человек талантливый, будь он дважды мне враг, трижды мне враг, он талантливый, он от Бога, и он имеет право быть на высоте. В том числе и Герман Паш. Тот человек, который одарен, его видно сразу. И гениальных деятелей культуры и искусства в Кабардино-Балкарии. Сегодня они получают внимание? Я вам не скажу, что не получают. Дорогие друзья, я вам не скажу. Любой художник, любой литератор, который заезжает в эту республику, они, знаете, завидуют, знаете чему? Только по линии Министерства культуры мы каждый год проводим конкурс и поддерживаем 10 творческих союзов, художников, композиторов, литераторов ни в одной республике не поддерживают. Они сами выживают как могут. Я скажу про стипендии выдающимся деятелям, молодым авторам-исполнителям и 600 стипендий работникам культуры. И в музее делают такую выставку в любом доме культуры, в любую школу, вот с этой папкой, бац, и все. И это лучший подарок, чем, потому что хорошо, когда мы книги, альбомы, роскошные делаем, но мы ее берем и ставим на полку, вытаскиваем, рассматриваем, любуемся. А эти работы не надо ставить, чтобы он стоял. Ее могут люди смотреть. Тут, тебе понравилось? Понес домой, повесил. Оно много места не занимает. Есть, пожалуйста. Да, два вопроса. Сначала Кулишко, потом первый. Уважаемый министр, вот сейчас вы затронули, молодцы мы, конечно, столько вкладываете. Но как вы думаете, не составило ли это время? Где хранятся хранилища. Поэтому очень сложно, этот вопрос стоит на повестке дня. В прошлом году отремонтировали и Ткаченко, и Нацмузей, они в отличном состоянии сегодня находятся. Но мы будем стараться, когда закончат строительство дворца театров, думаю, что большие площади передадут Нацмузею для того, чтобы организовать там и выставочные площади, и хранилища. А финансирование будет?
Там есть, вы поймите, вот каждый раз это задают, финансирование по поручению президента Российской Федерации уже есть. Поручение было. К великому сожалению, пандемия забрала у нас эти вещи. И это просто отодвинули. И 22-23 годы поддержано Финном, Минэком Российской Федерации, и данный объект стоит под...